цветет калина, поле у ручья, парня молодого полюбила я. Встреча проходила в свободном формате. На мероприятии были представлены произведения и ценные экспонаты, рассказывающие об истории славянского алфавита. Этот праздник в каждой стране называется по-разному. Об этом на совещании отметила депутат Мажилиса Наталья Дементьева. В России этот праздник несколько приближен к религиозному, поскольку основоположниками русской графики, мы знаем, являются Кирилл и Мефодий, это люди, которые были причислены к лику святых. У нас в нашей стране, в Казахстане, этот праздник в первую очередь отождествляет дружбу двух народов, это казахского народа и русского народа. Данное мероприятие организовано общественным объединением Акмолинская областная русская ассоциация. Они привыкли отмечать День славянской письменности ежегодно. Эта встреча только начало праздника. Молодому поколению вот это мероприятие не заканчивается. Значит, 6 числа, к Дню Пушкина, у нас будет проведен конкурс онлайн среди молодежи по чтению стихов, и даст Бог, если с красной зоны выйдем, то вот на Арбате будет награждение победителей. В принципе, мы постараемся всех участников отблагодарить и сладкими подарками, и сувенирами. В завершении все участники высадили около православной церкви 28 саженцев. Прихожане отметили, что это их своеобразный вклад в процветание города. Аслан Абуталипов, Абзал Балтабаев, Бауржан Смагулов, Берик Манап, Кокша Ахпарат.